Это люди, которые вот вступили, вот а сегодня вы добрали, вы просто для себя анализируете вашу жизнь до сегодняшнего дня и после сегодняшнего дня. Не так, конечно, там будет там такая большая, значительная такая разница, но я вам гарантирую, у вас жизнь потихоньку в лучшую сторону будет измениться. Я это вам гарантирую. Незаметно, если назад оглянуться и сказать, год тому назад что было, имеется в виду, через год я говорю. Вот это тоже будет. Почему? Потому что мы не от того, что там я хороший, мы воле Всевышнего подчиняясь читаем это. Не моей воле. Вы же, когда преподаватель вам что-то преподает, преподавателю же не поклоняетесь. А он с науки вам урок преподает всего лишь. Я тоже вот тот же самый педагог. А так от меня здесь ни одной буквы нету, поэтому дай Аллах, чтобы у вас все было еще раз благополучно, хорошо. Чтобы вы все стали благополучными, полезными для людей, людьми. Чтобы такие, как вы, люди, которые, я думаю, я уверен, конечно, в этом, что вы все намаз совершаете, богобоязненные люди, вот такие люди, чтобы стали действительно руководством республики, которые болеют душой за народ, беспокоятся за народ, чтобы людям не приходилось дороги перекрывать, свет включить, чтобы людям не приходилось, чтобы воду включили, дороги перекрывать, что вы сами были чиновниками и сами спрашивали, узнавали, в чем проблема у людей, и чтобы сами решали вопросы.